Я приветствую вас в этой аудиосистеме «Послание Плеяд». Земля получила мощные ясные передачи из народов пятимерных звездных систем. Особенно за последние 9 месяцев. Эти галактические передачи объединяются кодированными световыми данными. Эти сообщения декларируются многими посланниками на Земле и выпускаются для вещания светового сообщества Земли. Многие спрашивают, почему Земля изменила вибрации? Почему меняемся мы? Длительное время многим приходилось страдать и мучиться в системе. Сегодня же люди пробуждаются и вспоминают себя и свою истинную божественную природу. Световые цивилизации используют кристаллические технологии для освобождения землян, воздействуя на Землю и ДНК каждого жителя Земли. Вот откуда эти странные ощущения в теле? Что же создали Плеяды и другие световые цивилизации? Пятимерную голограмму. Это новая площадка 5D Земли. Сегодня видна на резонансной графе Шумана в масштабированном варианте. Это смотрится как геометрическая сеть тонких белых линий, которые пикают на частоте 40 Гц. Эта пятимерная новая Земля резонатируется от 40 до 100 Гц. И это гамма-состояние сознания. Также Плеяды использовали и используют технологию передовой кристаллической энергии для доступа к центральной нервной системе человека, чтобы деактивировать и разблокировать человеческую ДНК. Это распространяется на физическую очистку всех типов 3D-матрицы. Плеядианский проект Андара открыл центральный портал Солнца, предоставляющий первый маршрут под названием Escape из 3D-матрицы. После 350 тысяч лет невероятного бандажа на Земле это настоящий портал Солнца. И он резонирует от 40 до 100 Гц и отправляется в пятимерную Землю. Проект Плеяд Андара с частотой гамма-плазменных излучений был операцией для формирования новой Земли, пятимерной версии, изначально существующей голографически, как кристаллически алмазную световую сетку. Эта новая пятимерная энергетическая кристаллическая матрица будет завершена и станет основой для новой цивилизации на Земле. Здесь, на Земле, миллионы световых людей, и вы можете ощущать, что происходит нечто невероятное. На этой планете соблюдается основная положительная трансформация. Плеядианцы имеют места для размещения скрытых энергетических ключей и знаков, которые предназначены, чтобы триггерировать и будить каждого жителя на духовном пути. Сохраняйте мир в умах и сердцах. Ангельские силы монтируют все системы на планетарном масштабе. Все действия направлены для того, чтобы завершить благоприятное воздействие на перемены Земли. И вы начинаете вибрировать на новой частоте. Ваша задача заключается в сохранении внутреннего света. Это исцелит вас. Погружайтесь больше и больше в продолжительные частоты новых гамма-лучей пятого измерения для того, чтобы полностью освободиться от старых травм и шаблонов мышления. Изменяйте свой образ жизни, возвращаясь к естественному и природному. Это может включать в себя питание, режим сна, ценности, поведение и мышление в согласии с законами Вселенной. Мир, единство, свет и любовь, процветание и гармония, осознанное управление своей жизнью и остановка истощения Земли. Время для новой Земли, свободы и мира. В новой земной цивилизации света поднимите уровень своей осознанности прямо сейчас. После прослушивания данной аудиосистемы посмотрите со стороны на себя и на все свои действия.
Осознайте, что вы совершаете по отношению к себе и Земле, что вызывает у вас сомнения и понимание, что это наносит вред. Какие действия вы можете предпринять сегодня, чтобы прекратить разрушать себя и Землю? Какие поступки вы можете совершить для спасения и развития себя как вида и планеты Земля в целом? Будьте осознанны. Вы любимы. Вас поддерживают на вашем пути освобождения и развития. Помните, что вы также участвуете в формировании новой Земли своими мыслями и осознанными действиями. Будьте счастливы. Послание Плеяд. Послание.